Одной из причин обращения граждан в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области является длительное ожидание оказания медицинской помощи. И это несмотря на то, что сроки оказания регламентированы базовой и территориальной программами ОМС. Так, на оказание специализированной помощи, за исключением высокотехнологичной, сроки ожидания составляют не более 30 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию. А для пациентов с онкологическими заболеваниями не более 14 календарных дней с момента установления диагноза. Диагноза. Что касается первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, то предельные сроки ожидания составляют не более 20 календарных дней со дня выдачи направления на госпитализацию. И это непреклонный, общий для всех медицинских учреждений Новосибирской области правило. Но что делать, если ожидание затягивается? В случае возникновения вопросов, связанных со сроками ожидания оказания медицинской помощи в медицинских организациях, работающих в системе обязательного медицинского страхования, Следует обращаться к страховому представителю своей страховой компании. Она указана на полисе. Там же размещены контактные телефоны, либо на горячую линию обязательного медицинского страхования по телефону 8 800 32 15 15. Страховой представитель не только окажет консультацию по вопросам получения специализированной медицинской помощи в рамках программ обязательного медицинского страхования, но также участвует и в оперативном разрешении спорных ситуаций, взаимодействию с ополномоченными должностными лицами организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Контроль за сроками ожидания страховые медицинские организации осуществляют в соответствии с регламентом взаимодействия участников системы ОМС, утвержденным приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Страховой представитель осуществляет контроль своевременности плановой госпитализации на основании сведений, внесенных в информационный ресурс о застрахованных лицах, направленных на госпитализацию. Кроме того, он анализирует информацию о несостоявшейся госпитализации, уточняет причины, а при необходимости направляет информацию в медицинскую организацию, выдавшую направление на госпитализацию, для изменения ее даты и информирует об этом застрахованное лицо. В случае невозможности соблюдения предусмотренных сроков ожидания, пациенту должны обеспечить получение необходимой бесплатной медицинской помощи в других медорганизациях, работающих в системе ОМС.